куда я иду вообще? Так, что мне надо сделать? Секунду. Кровавые кубки, Люсия, бандиты, чаша, золотая Бромора. Сила мне нужна. Но Инос видел, что сделал Белиан. И он тоже спустился на землю и выбрал человека. А вы говорили, что я смогу зелье учить после того, как любое зелье Константина выучу, да, по идее? Так, можно с тобой побазарить сейчас? Покажи-ка мне свои товары. Покажи мне... Здоровья. Давай хотя бы так. Ага. Луговый горец, три лечебные эссенции. Покажи. И как мне зелье силы-то в итоге варить, блин? Видел, что сделал Белиан. И он тоже спустился на землю. Так, ну что, может, к варам? Ой, к этим какого? К наемникам тогда пойдем. Чисто опыта поднабраться. Инос дал ему часть своей божественной силы, чтобы тот мог противостоять деяниям Белиана. Одно зелье на ферме Лоббарта, благой плюх жуков, второй зуб, охотник, который сидит рядом с таверной. Мертвые гарпи. Но Аданос послал там прилив. Там внизу, и там и зелье это внизу. Существо о, там было же смыто. Сундуки, которые мы не открыли как раз-таки. Но вместе с ним... Три других открываются в других главах. Третья, точнее, открываться будет в других главах. Так, так что можешь съесть гоблинские ягоды. Как интересно. Ему лучше закрыть. Давай, гоблинские ягоды. Четыре штуки, давай. Ты раз, два, три, четыре. Кто это сказал? Я видела это сама. Совсем жизни не стало. Он слишком много болтает. Зелье Миран заморачивается, там 20 лп стоит обучение. Я понял. Мика, можно тебя обокрасть? Нельзя? Ты что? Педик? Ну ладно. Так, хорошо, пойдем тогда к Анару. Пора. Пора. Путь дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем. Значит, цели какие? Зайти в ту пещеру, которую мы зачистили уже. Ломануть сундуки, взять зелье, да? Сейчас у нас получается 15 ловкости. Ну, хорошо. Данил тебя вводит в заблуждение. Про ферму Лоббарда точно неправда, может, он нашел инфу о игре с модами каким-нибудь. Может быть. Я в любом случае к Анару иду. Но не к Лоббарту. Верхушка дерева шевелится. Так, причем пойдем понизу. В пещерочку зайдем. Может, он просто перепутал. Анара имел в виду. Правильно, Кисарт предполагает. Так, вот он, сундук. Мне никогда не открыть да это что, без ты, серьезно, ключа. Что? А, во, может, здесь ключ? Так, три отмычки. Может, здесь особая рыба и в особой рыбе типа ключ? Особая тут рыба? Пусть будет особая рыба. Не вижу, чтобы здесь была особая рыба какая-нибудь. А, во-во, вижу, селедка. Прибавка к здоровью двадцаточка. Не то. Явно же не перманентная, да? Ну вот.
Где мне ключ тогда? Мне найти? Никогда не открыть это без правильного ключа. Ключа. Тот сундук за ключом открывается только если за мага проходит. Ага, понятно. Сундук кустовый. Когда играешь за мага огня, не заморачивайся. Я понял, спасибо. Вот, кстати, за мага никогда не проходил, потому что, ну, я рассказывал, у меня баганул квест, когда экзамен сдавал. Там что-то с големом связано, вот момент, что-то там нужно достать с големом. Вот, и меня забаговал, я так и не прошел. Так, пошли, вот здесь вот опыта нарубим немножко. А вас не блокировать? Наверное, нет. Короче, вас на самом деле лучше вот так вот убивать. Да-да-да. А ну поди. Ништяк. Так, тут у нас охотничек живет, по идее, да? Крачок, прям аж на двадцаточку, блин. Наверху на мосту у бандитов тоже вроде сундук был, пишут. Может быть. Вот, точно сундук здесь есть. Драгомир! Путешествуешь так далеко от дома? Здесь тебе не помешает осторожность. Особенно, когда ты совсем один. Ты давай не пугай, слышишь? Ты что тут делаешь? Что ты делаешь здесь? Ну, ночлег в таверне слишком дорог для меня. Вот почему я и живу здесь. Предыдущим хозяевам этого места, похоже, оно больше не понадобится. Между прочим, у тебя товара здесь охренительно как много. А кто здесь жил, ладно? А кто жил в этом лагере? Понятия не имею. Наверное, какие-нибудь охотники. Я полагаю, они решили, что здесь стало слишком опасно. Возможно. А разве не опасно? А разве здесь не опасно? Ну, не очень, если ты можешь постоять за себя. Мой арбалет уже неоднократно спасал меня. Он не такой уж и большой. Но смертоносный, если ты знаешь, как обращаться с ним. Да, у меня был арбалет побольше. Но, к сожалению, я потерял его. Я забрел слишком далеко на север, в горы. Там находится большой каменный круг с жертвенным алтарем. Пока я охотился там на падальщиков, из леса выбежали эти чертовы скелеты и напали на меня. Мне пришлось бежать со всех ног. А когда я бежал, арбалет выскользнул из моей руки. Я думаю, что он все еще лежит там, у этого странного круга на севере. Но туда я не хочу идти, знаешь ли. Там как-то пока что сцикотно. Так, подожди, а чему ты можешь учить? Прежде чем я смогу научить тебя... Повысить свою ловкость. Понял. А можно я просто потырю у тебя всякого? Допустим, вот овечью шкуру стырю. Там еще сундучок. Там еще сундучок. А это можно забирать? Можно в натуре забирать все у тебя здесь. Лук, стрелы, вот это все, да? Ты странный, Драгомир. Может, это просто не его? Волчьих шкур здесь, пипец. Ты понимаешь, что это все бешеных денег стоит, чувак? Офигеть. Бери у Драгомира все, он не против, Александр пишет. Да, ё-моё. Сложненько. Нормально, не хочу загружаться. Сколько отмычек осталось? Я говорю, будем загружаться, когда их будет мало, поэтому сейчас нет смысла.
Ты странный, дядя. Пипец, очень странный. А здесь спалено вообще все. Там, по идее, дальше по дороге монастырь должен быть. А вот опыт. Из этого не выйдет ничего хорошего. Ничего хорошего, согласен. Так, окорочок я съем, окорочка. Чё бы тут еще заесть? С сырком. Уха. Блин, я так и не зашел, уху не сделал себе. Из этого не выйдет ничего хорошего. Угу, вообще ничего. Так, давай-ка мы не шмякнемся вниз, ладно? А знаешь, что мне не сюда, если что? Right. Сейчас ты получишь. Твою мать. Спасибо большое за подписку, Сэм. Знакомые подписчики возвращаются. Спасибо за саб. Сало. Так, подожди. Так, аккуратненько тут. Там еще бандосы. Курят свои папиросы. Эти падла бандосы. Боком. Пройдем аккуратно. Нет. Сейчас ты получишь. Я выжил. 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 Ёпцы. Учил, подонок. Я выжил, чтобы умереть. Но я, естественно, туда не буду прыгать. Естественно, не хочу. Давай-ка уйдем отсюда. Просто я хотел посмотреть, сколько их там. В районе 4, да? Время вернуться, да. Welcome back, Сава, поддерживаю, Андрей. Давай смотреть, что тут есть. Я вот за этим. Я до монастыря дойду, чтобы чисто вот опыт словить. Вот за этим. 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 Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Пафосным стал. Могу урона впитывать. Из этого не выйдет ничего хорошего. А ну, лови. Эти не блокируются, я понял. Ёб твой. Вот ты падла. Рубанул. Из этого не выйдет ничего хорошего. Там ничего нет. Есть там что-то, да. Фу, так. Отпитываемся. Потом сходишь на мост проверить. Да, схожу. За сундуками, да, схожу. Когда назад будем возвращаться, попробую не забыть. Вообще можно, конечно, сейчас. Всю более-менее ровную еду, которая добавляет мне здоровье, съел. Не, с орками тоже блоки работают. Я просто подумал, что мелкими тоже. Статуя Инесса. Так, пещера Рудокопа. Я спал?
вроде, да. О, слышишь, я дарую плюс одно здоровье еще немножко. В итоге у меня это здоровье 193. Хорошо. Сохранюсь. Бля! Загрузился. Хотел сохраниться там. Хотел сохраниться на тот слот и загрузить первый. Ну ладно. Со всеми, у кого есть оружие, пишет. Ну вот видишь, с мелкими нет, не работает блок. Скелетами еще. Так, подожди, конец. Ешь грибы черные, дают плюс 5 маны за 50 штук. Хорошо, мне яблоки, блин, где-нибудь найди. Ловкость дашь? Силу дал. Такое ощущение, как будто 10 золота по-любому здоровье повышают. Ну-ка, 50. Здоровье плюс 2 дал. Нихера себе. Он всегда на рандоме это делает, за любые деньги, или только за 50 и 100? Здоровье плюс 1. За десятку он, походу, только здоровье повышает. Может быть, за десятку здоровье плюс 1, за 50 здоровье плюс 2. Сейчас проверю. А за сотню рандомный скилл? Да, здоровье плюс 2 за полтос. А за сатен, наверное, либо ловкость, либо силу, либо ману. Так, ну давай. Сатен. Ловкость. Отлично. Ась. Время без 25. У меня есть еще время. До 11. Есть. Все нормально. 970, да. Хорошо. Ловкость качали. Черные грибы, говорите, да, есть? Черный гриб. 14 штук у меня их. За 50 штук, нихера. Из да, этого надо начинать сейчас есть черные грибы. Хорошо. Чисто прочистить эту локацию. Чисто зачистить. Помню, здесь плавать надо, да? Сюжету по тесту, точнее, в храм огня, чтобы поступить. Так, еще волчатушки. Куда это ты? Добрый вечер всем. Здравствуй, Мартимян. Привет. Так, ну давай грибы. Яблоки сил дадут. Да, я знаю. Уже достаточно много съел. Там их 30, по-моему, надо съесть. Но я еще не 30-ку съел. Я еще сил не получал за них. Блин, в этой траве лечебной здесь все усыпано просто. Хорошо, хоть относительно быстро анимация происходит подъема срыва травы. Просто рука вперед или опускается вперед и все. Так, а обратно по правой стороне тогда пойдем, да? Пока! Пока!
нормально просто. Направо, налево, нечего налево, взять. Направо. Что вы тут устроили? Стрелы, свитки. Ё-моё, валяется всего. Из этого не выйдет ничего хорошего. Кошель с деньгами. Что за звук? Что со звуком? Что он залагал? Каждые 25 я буду сел. А мне кажется, казалось 30. Ну, значит, я 25 даже не сел. Хотя вроде казалось, съел. Потому что я ел 18 пачкой, потом еще яблоки были. Да не, вроде 25 я съел. Офигеть, здесь ништяков. Так, а что в мешочках, в смысле, сколько? 25 и 50. Тихо, тихо так. Что опять со звуком? Дичь какая-то. О, крысокрот. Здравствуй. Из этого не выйдет ничего хорошего. Блин, вот эти локации у монастыря, они мне настолько далеки. Насколько только можно. Одни вот, допустим, Хоринец, да, замылен донизу. Рудники. Этот, ферма Анара. Но вот эти локации для меня далеки. Так, ну-ка, знаете что? Я сначала грибочков понаемся черных. Сука, не успею. Ну ладно, можно и так, собственно. Чего нет-то? Из этого не выйдет ничего хорошего. Фух. Если пиво много выпить, что-нибудь даст, то не знаю. Когда станешь наемником, супчики у одной особо выпрашивай, не сила тебя подниматься. Будем выпрашивать. Так, отлично. Здесь, по-моему, в воде тоже куча всего есть. Вот, вот с этой стороны. Или это нельзя поднимать? Нет, это не лут. Нет, я думал, здесь можно как бы встать и лутать, но нет. Ману получили. За черные грибы, что ли? Да, кстати, мана 18. А что ты проворонил этот момент? Наверное, на чат смотрел этот, в это время. Ух ты. Здрасте. Это я зря, уверен. Да, да. Я был уверен, что я зря. Но очень хотелось. Ладно, злой ты. Запоминаем места с мракорисами. Уже три нашли. С мракорисами. Теперь еще 25 грибов для маны. Угу, окей. Может, я и за яблоки уже получал силу, просто тоже проворонил как-то.
Запоминаем, потому что как только так сразу придем, будем нагибать, убивать. Большим своим и могучим. Это я пошел зачистить, да, территорию? Зелий сколько валяется. На этой мертвой земле так забавно слышать мирное пение птичек и улюлюканье совы. За яблоки, если получил, то уже не получаю. Я вот не знаю, получал или нет. По-моему, нет. Ну, я не видел этого. Ой. Что за выжженная земля такая? Скелеты. Интересно. Господи, хорошо, хоть я новую игру не нашел. Эти падения лицом просто в землю. Это что-то с чем-то. Там их два внутри Мракориса. Супер вообще. Значит, четыре мы знаем, где Мракорис. Ох, травы. Собираемся. Молодец, Дима может. Натуре. Не, ну а чё? А чё бы нет? Улюканье птиц завораживает. Я прям слушаю, короче. Я поймал себя на мысли, что я иду, и всё, что я делаю, это просто вслушиваюсь в пение птичек. Так тупо. По-моему, здесь кто-то рычал просто. Поэтому меч достал. Так, ну там уже это. Там уже за мостом, собственно, монастырь. Ух, арбалет. Чей-то. Кого-то пригвоздили прям нехило так. Собираем траву. Да. Может, я так и сделаю. Кисартен сказал, типа, надо это сели назад, собираем траву и маленькую фотку Snoop Dogg с краешку. Вот, я ж слышу. Слышу ручание. Или я слышу ручание чуваков снизу как раз. Хер узнает. Мракорис там как раз, по идее. Он там вот в пещере. Так что это было бы логично, если бы я слышал именно их. Карту глянем, ты на пути к черному троллю, а не к монастырю. А по-моему, к монастырю. Я, конечно, могу ошибаться. Я, наверное, ошибаюсь. Да, я ошибаюсь. Я немножко не тот путь, не тот поворот взял. В натуре. Черт. Не тот мостик. Спасибо большое за своевременное. А я такой иду, думаю, что иду к монастырю, блин. И думаю, еще мост помню, к монастырю как раз ведет. Смотрю, мост, о, норм. Там арбалет был, я взял арбалет, да. На, дичь. Вообще дичь. Еще думаю, вроде, блин, короче был путь. Перед подвесным мостом слева нычка есть. Ты хер бы с ней уже все. Посмотри арбалет. Ну давай глянем. Вот он. 60 силы нужен. Урон 90. Ух, длинный меч.
На силу 85 на одноручку. Охренеть. Да, охренеть просто. Ты налево ходил. Ну, если это и есть нычка, то есть с арбалетом, то да, тогда ходил. Я просто думал, может, там что-то еще есть. Я-то в этом плане жадный. Для меня нычка — это что-то прям такое, знаешь, дико скрытое, и там прям дохера всего. А тут так, арбалет. Да не, куда ты? Давай наверх. Да ну поднимись ты, ну. О, дурачок, поднимись. Не хочешь подниматься. Там доска, поднимись. Может, здесь? Поднимись ты в натуре, ну что тут такого-то, ё-моё, вон за траву взял, ухватился и поднялся. Вот бляха, а. Ещё этот баг словили. Устаты Инесса, поверни наверх. И собери там дроп, если что, на самом верх. А, блин. Алекс, он написал, что сюда, допустим, только с акробатикой забраться можно. Типа перепрыгнуть, что ли? А так невозможно. Либо превратиться в Мракориса и прыгнуть с любого берега. Понятно. То есть только перепрыгиванием, да? Ну, это глупо. Это глупо. Ты должен забраться сюда. Давай, может, багонёшь как-нибудь. Опца-дрипса и заберёшься. Девять минут осталось до конца стрима. По сути, мне бы сейчас уже заканчивать, чтобы на рендер поставил, чтобы первая серия уже была завтра. Ты вроде к наёмникам собирал. А я вот 6 часов Final Fantasy собирался сюжетку проходить. И знаешь, сколько миссий я прошёл? Две. Ну, понятно. Мокрый, в говне весь. Да, собирались мы к наемникам. Так-то. Твоя правда. Но так получилось, что пошли мы не к ним. А устаты Инесса наверх, ты сказал. Какая? Какая статуя? Тут их две рядом. Вроде как. Мухи. Это вот то место, где обожженная земля, по идее, наверху. Ну да. Не совсем. Не совсем. Теряюсь пока что. Это радует. Как обычно, в общем, короче. Да. Мы вроде как, получается... Ух ты, а там что? А, ну да, там тот берег. Вроде как, получается, шли к Анару, не дошли, свернули. Вроде как, к монастырю не дошли, потому что оказалось, что не к монастырю свернули. Так, тупо. Как обычно. Шастаюсь, траву собираю в натуре. Так серию назову, собираем траву. Опа. Опа. Сколько тут лесных ягод-то. Ой-ой-ой.
Ремастера-то нет, да, но мод на графон есть под DirectX 12, что ли, или 11. Выглядит, конечно, круче. Ну, блин, я хотел, допустим, именно вот этой графики. Старый, угловатый. Одна из таких главных причин, почему мне третья, допустим, нравится, потому что она вот не такой графон имеет. Это же такой графон в первый, во второй. Я прям хотел бы, чтобы третья с таким же. Ну, прям правда хотел бы, я не знаю. Я глупый немножко в этом плане. Я понимаю, что всем нужно развитие, графонию, физику и все. Мне бы хотелось того же самого. Я поэтому конвейеры люблю. Потому что я люблю игру именно вот такую, какая она есть. Если она мне нравится, она мне нравится. И вторую часть, когда я жду, я хочу нового сюжета и новых возможностей. Ну, в принципе, я хочу ту же самую игру. Ну, я об этом уже говорил.